Всем привет! Смотрите, какой странный колченогий катер. Он может ездить как прицеп по дорогам. Смотрите, у него какая штука есть. Эти колеса опускаются, он едет. Это называется буксирно-моторный катер. Был создан сумрачными гениями военными при СССР. Два винта, колеса, может толкать, может тянуть и может десант перевозить аж до 30 человек. Называется БМК-150, где 150 цифра, значит, вот здесь вот такая штука была, и он мог толкать с усилием на воде в 1,5 тонны. А это прицепное устройство, которое служит для перевозки катера и для того, чтобы катер спускать в воду. Очень интересно, катер сам заезжает в воду. Дальше оператор вот этими лебедочками, вот на этих лебедочках, вот, то есть он крутил, и ножки вот эти вот опускались. Катер не быстрый, но достаточно мощный, то есть он служит для того, еще раз говорю, чтобы что-то толкать, тянуть, десант перевозить. И можно посмотреть, как он выглядит. Вот так он выглядит внутри.